Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. С вами по-прежнему я, Алексей Ряев, и рубрика «Беседа о фантастике для взрослых людей». Итак, в прошлом видео мы с вами разговаривали о романах «Гипериона и падение Гипериона». Теперь же давайте поговорим о второй дилогии «Эндимион и восход Эндимиона». Итак, прошло 273 года. Гегемония, как мы все знаем, рухнула в конце падения Гипериона. Вот. Сеть порталов была уничтожена. Из-за этого, кстати, плохо было всем. Потому что представьте себе, ты пытаешься пройти через портал. В этот момент сеть порталов падает. Что происходит с человеком? Правильно, ничего хорошего. Я уже не говорю о тех, у кого были многокомнатные дома с комнатами на разных планетах. А такое было не только у поэта Мартина Селена. Ну и, соответственно, идешь ты, например, в уборную. Ну, некоторые эстеты, типа того же Мартина Селена, сделали так, что у них туалет был на безбрежном море. То есть, огромное море, островочек плавучий, и там трон. Вот. Захотел ты, значит, в туалет сходить на какое-нибудь безбрежное море. Туда ты попал, а обратно уже никак. Да, такое было. Вот. Или там и вовсе была описана тетенька, издатель, у которой в кабинет попасть можно было только лишь через портал. Она разбила стекло. Ее из кабинета просто вынесли потоками воздуха. Но высота была очень большая, давление было низкое. Вот, так что сеть порталов рухнула, от этого плохо стало всем. Ну а власть и планеты гегемонии захватила возрожденная католическая церковь. И знаете, я, конечно, не хочу ругать католическую церковь, да и восхвалять ее тоже не буду. Как бы я, несмотря на то, что крещеный, я все-таки себя считаю атеистом. Но внезапно церковь, она все-таки кое-какими делами занималась. Например, при гегемонии была так называемая свобода. Ну, как сказать свобода? Скорее, распущенность и вседозволенность. Например, тот же Мартин Селен. Как только он стал знаменитым в гегемонии, он себе сделал кучу пластики. Например, он как бы превратил себя в сатира. Рожки, копыта, хвостик. Зачем? А ему так захотелось. Вот. В гегемонии были распространены наркотики всех типов. Куча всего было разрешено. В гегемонии большинство людей имели импланты для подключения к великой сети. И знаете, они ведь там не только делами занимались. Точнее, не столько делами, сколько всякими развлечениями, похабщиной, типа политикой. Ну как, они пытались голосовать за законы, в которых ничегошники не понимали. Грамотный подход, как говорится, отличный планорт. Опыт, надежный, как швейцарские часы. Вот. Более того, скажу, 90% жителей гегемонии даже были неграмотны. А зачем грамотность? Вставил кабель и гуляй по всему интернету. А то, что ты читать не умеешь, какая разница? В общем, гегемония была прекрасным миром. Да, ты мог одним шагом преодолеть сотни световых лет. Ну, если, конечно, они действительно летали так далеко. Но только жить в таком мире я бы не захотел. И тут, значит, гегемония падает, рушится. И на ее остатках начинает развиваться церковь. И вот тут, как говорится, не все так просто и однозначно. Вообще, церковь у нас враг. Потому что церковь начинает охоту за девочкой Эней. Потом вовсе церковь начинает геноцид тех, кто пошел за Эней. Но 273 года
Вообще-то был порядок. Да, церковь активно заставляла людей принимать крестоформу. Ну как активно? Если ты не хочешь, можешь не принимать. Например, того же Рауля, ему предлагали крестоформу, когда он служил в армии. Он отказался. Ему предлагали крестоформу перед казнью, он отказался. И все. Больше его никто не принуждал принять крестоформу. Хочешь жить? Ну и живи себе. Интересно, да? Или была планета... Забыл я название, к сожалению. Там жило то племя, которое потом мы видим в «Сиротах» сыграли. Вот. Честно говоря, они мне не шибко понравились с их традициями. Но они какие-то радушные, знаете ли. Так вот. Им тоже один раз предложили принять крестоформу. Они все дружно отказались. И все, церковь в их жизнь больше не лезла. Ну, до конца, естественно. То есть 273 года люди нормально жили. Более того, церковь развивала космический флот. Да, в основном, конечно, военный, но развивала. Церковь вливала деньги в экономику планет. Потому что, как бы, без этого было нельзя. Там строились города, школы, больницы, дороги и так далее, и тому подобное. Там не было больше неграмотных людей. Учили всех. Хочешь ты, не хочешь, учиться ты будешь. И как бы внезапно-то люди жили. Вот. То есть, как я уже говорил, действительно в этих двух романах не все так просто и однозначно. И тут, значит, появляется девочка Энея, которая должна стать той, кто учит. Ну и как бы ее учеба, это уже, как говорится, дело для следующего ролика. Потому что, ну, я... Потому что ее учение, ее причастие, типа от тебя отпадает крестоформ, ты умираешь обычной смертью и уже никогда не воскреснешь. Но зато, конечно, ты можешь скакать по планетам исключительно усилием воли. Ну, это, конечно, здорово, но об этом-то мы поговорим в следующий раз. Только вот знаете, в чем прикол? То, что она в итоге разрушила католическую церковь, разрушила планетарные правительства и все такое прочее. Напомню. Герой, значит, в конце, ну, в смысле, Рауль и Демион попадает на пасем. И что же мы видим? Административные здания Нового Ватикана разрушены. Кое-где еще даже что-то дымится слегка. Правда, прошел уже год. И внезапно почему-то никто не пытается все это отстроить, восстановить и так далее. Река Новый Тибр, она не просто пересохла, ее испарили. Там даже дно в стекло превратилось. Ну, работали с орбиты лазером. Так вот. Может быть, конечно, те, кто рулил Новым Ватиканом, и были нехорошие люди, в конце концов. Это там же сожгли Энею, фактически. То есть, сначала на ней издевались, пытали, а потом ее сожгли. Вот. Но, ничего, что как бы весь этот архитектурный комплекс был вывезен с Земли и представлял собой какую-то там архитектурную ценность. Ну, как по мне, все-таки это важно было. А это все расфигачили с орбиты. И никто даже за год не попытался разгрести завалы, восстановить все, хоть что-нибудь. Нет, зачем? Нафиг надо, вон, жить будем в деревнях. Ну, главное, что у нас теперь люди-то свободные. Хочешь, будешь пахать на валах. Хочешь, будешь руками что-нибудь там вскапывать и вообще там заниматься земледелием. Хочешь, в хижине в какой-нибудь будешь жить самодельной. Хочешь, в лачуге. Я напомню, прошел год. За год, конечно, новый город отстроить нереально, да, но хотя бы организовать какие-то жилища для людей. Нет? Ну ладно. Вот. И примерно то же самое на всех остальных планетах, которые раньше принадлежали церкви. То есть, по сути, люди, конечно, стали свободными. Только вот у них больше нет никакой организации, у них больше нет ничего.
И знаете, что-то мне подсказывает, что экономика, она тоже рухнет. Конечно, может быть, кто-то и хочет жить на натуральном хозяйстве, там скапывать свой огородик, там белковую пищу получать, как это, животноводством. Только, знаете, цивилизация-то все, потому что развития больше не будет. Но об этом мы тоже как-нибудь поговорим поподробнее. Конечно, если вам это будет интересно. Вот. Так что, как я уже говорил, вот эти вот два романа, «Эндимион» и «Восход Эндимиона», они очень неоднозначные. И если вам хочется более подробного разбора этой ситуации, то, как говорится, ставьте ваши королевские ваши пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, прожимайте с ним колокольчик. Если это видео наберет хотя бы 100 просмотров, ну, то я все-таки сделаю разбор и на Крестоформ, и на поступки Эны, и на все, собственно, остальное. Потому что тут копать не перекопать. Очень много всего интересного. С вами был по-прежнему я, Алексей Ряев. Всем хорошего. Живите долго, процветайте. И до встречи на моем канале.